В Самаре завершился всеармейский этап конкурса «Армия культуры». Творческие соревнования проходили в Большом концертном зале Дома офицеров Самарского гарнизона. В них приняли участие коллективы Минобороны, Росгвардии, МЧС России. В Самару съехались лучшие ансамбли песни и пляски всех военных округов Тихоокеанского, Черноморского и Северного флотов, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения и железнодорожных войск, а также ансамбль Приволжского округа Росгвардии и показательный оркестр МЧС России. Все 14 коллективов сражались в трех номинациях: вокальное мастерство, хореографическое мастерство и инструментальный жанр. Победителем конкурса «Армия культуры» стал ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск. Коллектив завоевал право представить Россию на новом конкурсе армейских международных игр 2022. Нас переполняет гордость за наши воздушно-десантные войска. Рад выступать на этом конкурсе второй раз. В прошлом году мы показали не менее хороший результат и готовы с честью дальше нести звание чемпионов. Второе место с минимальным отставанием в баллах от победителя заняла команда Центрального военного округа. Третье – ансамбль Западного военного округа. Все призеры получили почетное звание лауреата фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. Светлана Кудрявцева, «События».